Некоторые считают, что змея глупая. Дескать, память всего 20 секунд, первобытные рефлексы... А, забыла поздороваться. Здравствуйте. 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 Да. Некоторые считают, что змея глупая. Дескать, память всего 20 секунд, отсутствие образного мышления и второй сигнальной системы. Все это, конечно, имеет место с одной стороны. Но в змеецентрической системе, которую мы сейчас рассмотрим, включите космос. Некоторые считают, кажется, это я уже говорила, да, змеецентрическая система и такие маленькие мышки. Их глазки призывно мерцают в темноте. Космология, галактика, вселенная? Да. Змеецентрическая система. Обратите внимание, в центре ее находится массивное и голодное тело. Обозначим его буквой S. Вокруг него на орбите вращается меньшее, съедобное для ненаглядности тело, которое мы обозначим буквой M. Если тело прекратит вращение, то сила притяжения вызовет падение М прямо на S с последующим проглатыванием. Но тело вращается и не падает, поэтому змея остается голодной. Но сейчас не об этом. При движении тела сила притяжения направлена к центру масс, а центробежная сила, не дающая телу упасть, направлена перпендикулярно оси вращения. Соответственно, если плоскость вращения тела М вокруг тела S не совпадает с его центром масс, то на тело М будет действовать сила, притягивающая его к плоскости, которая проходит через центр масс. Вот таким образом. Итак, видели, да? Видели? Вот так, да. И вот так. Видели, да? Вот. Ну, с одним телом все понятно. А вот если тел больше, то каждая может вращаться в своей плоскости, не так ли? И пусть все эти плоскости проходят через центр масс S, как мы уже показали, верно? И тогда что? Рано или поздно эти тела начнут сталкиваться друг с другом. Бац! Бац! О! Бац! И еще! И еще! Вот! Бац! И только положение в одной плоскости гарантирует их, им, то есть нам, о столкновении. Если они, конечно, будут двигаться с одной угловой скоростью в одном направлении. А если не будут, пусть себе сталкиваются. С точки зрения змей это не имеет никакого значения. Кроме того, ведь тела при вращении действуют друг на друга, не так ли? Это тоже способствует занятию их, ими, нами, своего равновесного положения в плоскости. Вот почему и Солнечная система, и кольца Сатурна, и пояс астероидов, и пояс Койпера, и галактики, они все плоские. Все плоские. Галактики ведь тоже вращаются вокруг сверхмассивных тел, например, черных дыр. То есть норок. Ух, и сколько там прячется мышек. Представляете? А змея голодная. То же самое Вселенная. Если предположить, что и она вращается со всеми галактиками вокруг большого аттрактора. Аттрактора, не трактора, а аттрактора. То и она плоская. Как говорится, не подтвердить, не опровергнуть. Причем, так как расстояния во Вселенной большие и очень большие, а вероятность столкновения маленькая, а времени хоть и много прошло, но его всегда не хватает, то плоская Вселенная не стала за миллиарды лет, а именно становилась с момента ее возникновения от большого взрыва или чего-то еще большого и прекрасного, то есть ужасного. То есть сразу начала раскручиваться в плоскости, сохраняя момент вращения и так далее. Это понятно? Это было понятно? Да. Это все было с одной стороны, да. А с другой стороны у змеи хвост.